Общественное наблюдение – действенная форма контроля в избирательном процессе, считает Джавид Садыхов. У него уже есть опыт работы в предвыборном штабе на выборах президента, которые прошли в 2018 году. Теперь молодой человек решил попробовать себя в роли наблюдателя на главном политическом событии этого года – голосовании в Государственную и Губернскую думы. Мы прошли первое обучение, и вот второе обучение у нас как раз-таки будет на этих выходных. Там на самом деле такая очень большая команда собирается из разных молодежных организаций. И действительно отрадно то, что ребятам это интересно и интерес к этому растет. В 63-м регионе для обеспечения легитимности и прозрачности выборов 17, 18 и 19 сентября подготовили свыше 5000 наблюдателей, 60% из которых – представители молодежного сообщества. По словам экспертов, молодое поколение на сегодня является одной из самых активных электоральных сил. Мы развенчали миф о том, что у нас молодежь не активная, она активная. И мы, конечно, четко понимаем, что в сегодняшних условиях вот это полная честность, когда мы видим кандидатов на выборах, когда мы понимаем всю их историю через социальные сети, через их заявления, которые реализованы или не реализованы, они, конечно, однозначно ведут к новому уровню доверия, и, соответственно, это приведет к легитимности результатов выборов 2021 года. Одна из приоритетных задач – создание благоприятных условий для реализации активного избирательного права. Для того, чтобы обсудить участие молодежи в выборах, организовали круглый стол с представителями общественного штаба по независимому наблюдению за выборами и молодежными организациями. Заседание прошло в Нотариальной палате Самарской области, потому как именно этот институт представляет интересы обеих сторон – государства и гражданина. В рамках обсуждения уже у меня такой появилась уверенность, что действительно наше будущее в ваших руках. И появилось такое спокойствие, что мы смотрим на мир одними глазами. Представители общественного штаба подвели итоги промежуточного мониторинга готовности избирательных участков к проведению голосования. Их в Самарской области 1785 постоянных и 17 временных. На всех УИКах, по словам экспертов, соблюдены все санитарные требования. Кроме того, завершается работа по установке видеонаблюдения. Камеры поставили таким образом, чтобы в поле зрения были ящики для голосования, КАИБы и сейфы, где будут храниться сейф-пакеты. На сегодняшний день проинспектировано 5 территориальных и 59 участковых избирательных комиссий. Мария Лчан, Василий Колдашов. События.